Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые друзья! Я опять с вами, я Мария Великотная. Сегодня я хочу рассказать вам о части подарков, которые я получила на Новый год. Только с этими я хочу поделиться с вами, потому что мне кажется, что они пригодятся и нужны будут каждой женщине. Поэтому я делаю небольшой обзор своих подарков. В основном косметика для лица, также витамины. Какие бы мы ни употребляли декоративные средства, все равно необходимо навести красоту и внутри себя. Если у нас не будет красоты внутри себя, то уже очень тяжело решить проблемы с кожей. Да, я уже делала несколько фильмов, и вы знаете, что я очень люблю зеленые коктейли. Как приготовить эти зеленые коктейли, я вам дам под этим фильмом. Я чередую свои завтраки или зелеными коктейлями, или с льняной кашей. На тему льняной каши я тоже делала фильм, и тоже могу дать ссылочки внизу. Это вот основное. А теперь я вам скажу, какими все-таки косметическими средствами я пользуюсь. Во-первых, естественно, для того, чтобы куда-то пойти, выравнивающий тон, основа под макияж и сам макияж. Ну, вот это я пользуюсь группой Giordani Gold Oriflame. Здесь разные есть. Для волос я использую различные масла. Это тоже продукты Oriflame. С левой стороны вы видите масла. Они тоже бывают разные, я сейчас не буду о них рассказывать. А также, вот как я говорила, основа под макияж и для макияжа тональные средства. И я, конечно, очень люблю Oriflame, но, честно говоря, я пользуюсь не всеми продуктами, маленькой частью. Но вот какой частью, я вам здесь и покажу. Всегда я покупаю в течение года вот такие витамины. Витамины Oriflame, и эти витамины содержат внутри комплекс, который необходим для женщины. Есть мужские, есть женские, вот это для женщины. Вот этот комплекс тоже для, есть они и для женщин, и для мужчин. Wellness Pack называется, тоже продукция такой линии Wellness в Oriflame. Я, честно говоря, использую не так часто, потому что они дорогие. Прошу, чтобы мне их подарили. И вот мне их когда дарят, я их ими пользуюсь. Но поскольку у нас праздников много, так что, в общем-то, ну, достаточно часто я пользуюсь и ими. Пакетик, который состоит из 4 таких капсул. Эти 2 капсулы содержат омегу-3. Это вот нутриенты, которые есть и в этой же коробочке. Но здесь только эти нутриенты. Астаксантин – это сильнейший антиоксидант в природе. И его основная функция – он уничтожает свободные радикалы в нашем организме. Вообще, что делает этот бьюти-комплекс? Почему я покупаю его и почему вот эти витамины важны? Ну, во-первых, энергия. Мы меньше устаем благодаря приему этих витаминов. Иммунная система намного улучшается, повышается сопротивляемость организма, нормализуется уровень холестерина. Уровень холестерина, кстати, за уровень холестерина отвечает и омега-3 в том числе. Но вы знаете, омега-3 раньше нам давали в обязательном порядке рыбий жир, но он был не очень вкусный. Сейчас вот капсулы хорошо очищены, там нет никаких вредных примесь. А, кстати, астаксантин, он делается из бурых водорослей, которые растут только в прибрежных водах Швеции. Кстати, один год, когда их стало мало, этих водорослей, просто стали добавлять экстракт черники. Повышается эластичность кожи, идет очень сильное увлажнение ее изнутри, снижается негативное воздействие УФ-излучения и сокращаются морщины. Честно говоря, неважно, какие вы купите витамины. Просто вот шведский этот комплекс, я знаю, он проверен. Есть и другие. Вот у меня сын, кстати, покупает омегу-3, но уже другой комплекс. Нам не хватает витаминов. Я вообще в течение года уже стараюсь
все-таки их принимать каждый день. Ну и не обязательно полностью, вот я говорила, а именно нутриенты. Потому что это просто необходимо, чтобы организм хорошо работал, получать все то, что требуется для хорошего состояния. И даже несмотря на то, что летом бывает много фруктов и овощей, того, чтобы поддерживать свои силы, их надо съесть очень много. А зимой даже в них очень маленькое содержание витаминов. Я считаю, что просто необходимо принимать витамины женщинам. Но какие — это ваш выбор, какие хотите, такие выбирайте. И еще забыла сказать, мне, значит, вот от Орифлейма такая вот красивая, ну, какая-то коробочка, куда можно поместить декоративную косметику. С кармашками она, я ее еще не распечатывала. Я использую еще отдельно гиалуронку. Вот я купила в такой коробочке вот гиалуронку, и я ее использую. Там несколько находится вот таких вот тюбиков. И я использую вот эти тюбики. Это тоже очень хорошая вещь. Она разглаживает действительно морщины. Не так часто я ею пользуюсь, но когда не хватает у нас влаги, обязательно. Кстати, у меня дома стоит еще и увлажнитель воздуха, потому что батареи. Ну, вот это краткий обзор моих подарков. Сейчас идет вторая половина зимы, и уже скоро весна. Это как раз то время, когда чаще всего бывают авитаминозы, когда нам не хватает витаминов. Хочу с вами поделиться, хотя решил говорить только о витаминах, но все-таки женщина во мне преобладает, и я решила вам показать свои украшения. Вот это украшение на шее. Мне тоже очень нравятся, они очень красивые. Второе, вот такие модные серьги-кисточки и кольцо. Спасибо, мои дорогие. До встречи на канале.